Привет всем! Рада приветствовать вас у себя на канале. И наконец-то я засняла видео, которое посвящается дизайну ногтей. Дизайн не просто дизайн, а тематики Хэллоуин. Что же я вам предлагаю? На данной типсе я сделала вот такой вот необычный рельефный дизайник в черно-белых тонах. Это у нас идет эффект бинта. Следующую типсу, которую я буду сейчас рисовать, показывать, это будет у меня лицо мумии с точно использованием таким, как на предыдущей типсе. Значит, что для начала нам нужно? Берем белый гель-лак и покрываем им типсу. Особо можно не стараться, так как это у нас идет как подложка, и сушим в лампе. После того, как наша подложечка из белого гель-лака готова, берем белую гель-пасту. Для чего именно гель-пасту? Для того, чтобы мы могли создать сразу объем. Гель-краской и гель-лаком у нас так не получится. И начинаем имитировать лицо мумии, перебинтованное. Берем достаточно краски. Движениями добавляем нашу гель-краску. Так можно сделать. Стараемся работать как можно быстрее, так как гель-краска она немножко сама выравнивается. Потерять наш эффект объема. Когда нас все устраивает, вот такими прям горочками, полосочками, отправляем в лампу сушиться до полной полимеризации. Затем, когда просохла наша гель-краска, гель-паста, мы берем черную гель-краску и делаем прорисовочку наших линий тонкой линейной кистью, макаем и прорисовываем. Выводить ровные линии нам не обязательно, так как у нас мы должны добиться эффекта неровности. Поэтому где-то чуть-чуть поднажали, где-то чуть-чуть опустили нажатие. И делаем прорисовку. Участки, которые я зарисовываю сейчас черным цветом, это у нас будут место для глаз и место для рта, которые потом после просушки я еще буду декорировать стразами.
вот когда нас устраивает результат, мы все это дело отправляем в лампу сушиться. Затем берем наши стразики, которые мы будем использовать. В моем случае это серебро, размер тройка, а также два красных страза для глаз, тоже размер троечка. Стразы я сажу на гель-базу, держит она замечательно, данная гель-база от гель-лака. Если кому-то будет интересно производитель, дабы не давать рекламы, я напишу в комментариях, спрашивайте. База очень густая и как стразы, так и бульонки держит от коррекции до коррекции, все на месте, никуда ничего не девается. Значит, нашу зону, где глазки, ставим 2 капли и на них сажаем наши красные стразы. Затем на зону рта тоже промазываем гель-базой и будем сажать туда белые стразики. После того, как мы уложили стразы так, как нам необходимо, мы отправляем снова это все на просушку. Вот после финальной просушки наш дизайн готов. Чем хороший дизайн прорисовки гель-краски и гель-пасты, тем, что их не надо ничем потом перекрывать, и у нас сохраняется объем, которого мы добиваемся. С одной стороны, где-то милый, подмигивает нам одним глазиком, с другой стороны устрашающий, но тем не менее праздник Хэллоуин этого требует. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч, всем пока!